17 мая. Память священномученика Иоанна Васильева, священника. Иван Яковлевич Васильев родился в 1886 году в деревне Черная Грязь Тверской губернии в крестьянской семье. Образование получил в Осташковском духовном училище. С 1915 по 1917 годы служил в армии рядовым. Затем работал в сельскохозяйственной артели на Северном Кавказе. Будучи глубоко верующим человеком, часто посещал храм, пел на клиросе и, в конце концов, решил полностью посвятить свою жизнь служению церкви. В 1928 году Иван Яковлевич стал служить псаломщиком в одном из храмов Владимирской епархии. Свободное время он посвящал самообразованию, готовясь принять священнический сан. В 1929 году Иван Яковлевич был рукоположен во диаконы, а затем во священника. С 1930 года отец Иоанн служил в храмах Московской области. 26 ноября 1937 года отец Иоанн был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и заключен в тюрьму в городе Коломну. Виновным себя не признал. Священника перевели в Таганскую тюрьму в Москве. Тройка НКВД приговорила отца Иоанна к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Священномученик Иоанн Васильев скончался в заключении 17 мая 1942 года и был погребен в безвестной могиле.